5 декабря тренинг. Это я тут как бы на гитаре играю, потому что вон радио стоит. Оно у меня музычку выдает. До этого я сделал на бицепс положение лежа, я одно поднимаю. Почему я положение лежа поднимаю? Потому что положение стоя я раньше пробовал. Ну, в смысле, как раньше, вот, в последнее время. И у меня побаливала спина. Вот, после того, как я поделал, хорошенько так я прокачал, ну, для себя, естественно, бивни, я делаю вот такое вот упражнение. Подъем на бицепсы, сидя, и сразу же жим. Разминочный вес был 2 подхода, 8 килограмм по 15 раз. Размять плечи. Далее был вес 2 подхода 14 килограмм по 8 раз. И вот сейчас я ставлю на свои гантели 20 килограммов веса. Вот я поставил. Сейчас передохну. Беру ремешок. Делаю обычно и без ремня, но кошка Мурка смотрит, она за мной тут меня соблазняет. Хочет, чтобы я ее пустил в дом, а у нас уже есть рыжик, поэтому ну куда же ее еще пускать? Чья-то соседская кошка, что-то неплохо за ней ухаживает. Вот 20 килограмм, я, значит, готовлюсь. Итак, берем на выдохе. Наклоняться тяжело. Выдохнули, вдохнули и погнали. Раз, два, три, четыре, пять. Моя поклонница следит за тем, чтобы все было выполнено. В свое время я, ну, в последнее время, не в свое время, я думал, сколько ж я пожму гантели 20 килограмм. И мне удалось их пожать на 21 раз. Сколько раз? После этого я почувствовал сердце. Итак, начнем. Произошло перенапряжение. Поэтому, естественно, надо осторожно быть. Особенно вот при напряжении, насколько я понял, это дают жимовые упражнения. Накачаем тело. То есть вот с натуживанием. Спины. Одно натуживание, другое, третье. Что касается рывка и толчка, нет, и там особо какого-то натуживания такого нет. Итак, опять шестерю. Так, вроде как получается более-менее нормально. Ввиду того, что в свое время, опять-таки в свое время, да и сейчас, побаливают плечи, но тогда болели так, что вообще невозможно было делать с таким тем более весом. Итак, смотрите гантельки. Мне они очень нравятся. Смотрите, раз замочек отскакивает. Хопа! Я снимаю вес и ставлю по пятачку с каждой стороны. Итого получается 24 килограмма. Смотрите, как замочки. Такая, опа! Класс! Вот чем мне нравится вот эта самоделка. Кто-то со знанием дела. Сделайте гантели. Вот они мне достались. Я их еще немножечко там подшлифовал. Замочки смазал. Получилось то, что надо. Итак, вес готов. Так, есть. Ну, а теперь атлет. 21. Что я еще сказал? Вот знаете, число счастья. Когда долго занимаешься, лет там 5 и более, а лучше сказать лет 10-15, наступает такое состояние в организме, что он не хочет напрягаться.
То есть он явно сильнее, но как-то сачкует. И поэтому иногда надо применять, знаете, вот вначале больший вес, для того, чтобы он как-то проснулся. Установление так называемых нейронных связей или нервно-мышечных связей, чтобы все это, знаете, передавалось. Итак, 24 килограмма, опа, пошел вес, опа, пошел. Так, чтобы, знаете, я рыбалил в Астрахани, приехал, где-то там я находился дня 3-4. И чтобы войти в рабочий ритм, вот начинаю потихонечку там. То есть я мог вес 27,5 килограмм. 8. С таким весом, ну, я еще никогда не работал. Мы втянемся. Ну попробуем. Второй подход. Мурка ушла. 27,5 килограмм. Да. Для меня это серьезно. Очень она меня обхаживает, так и просится домой. Но. Кормить ее, мы ее подкармливаем. А вот. Готовись? Домой особо не пускаем. Кстати, я там подкармливаю собачек. Ничейных. Так, я готовлюсь. То есть на каждый вес, особенно на большой вес, надо настроиться. Представить себя так юношески молодым, а лучше всего, знаете, таким удальцом. Молодым удальцом. Два, ну что, идут, по крайней мере, отсюда я смотрю. Получается довольно-таки хорошо. Опа! Четыре ростка. И что происходит? Когда вот морозов 6-4, ага, проверяю, как плечи, ну, более-менее все нормально. Хотя при в этих упражнениях прокрутки чувствуется, что там где-то в глубине имеется такая боль, но тем не менее работать можно. Отжимания. Отжимания у меня вещь какая-то такая слабая. Я уже указывал, что есть движения какие-то. От природы дается человеку что-то. Вот он упирается в чем-то, а в чем не может. Вот у меня как раз слабое это отжимание на брусьях. Я сделал 3 подхода по 8 раз без веса. И этот один подход 16 килограмм. Раз, два, три, четыре, пять. И последний 6. Ну, более-менее так. На видео еще идет нормальненько. Специальный пояс монтажный, я, видите, сделал крючок, сам все приспособил, собрал, и это закончилось у меня, можно сказать, подготовка к жиму лежа. Ну что, что сказать, жим лежа у меня, ну так сказать, не мое упражнение. Так, вот я 40 килограмм. Такое впечатление, когда я жму 40 килограмм, что я могу запросто пожать также 80 килограмм, вот, примерно. Но не так-то все просто. После того, как я сделал 2 разминочных подхода 40 по 10, я ставлю 60 и делаю 62 подхода. По 10 разминаюсь. Вроде бы размялся, вроде бы все хорошо, но тем не менее надо еще больше в жиме лежа разминаться. Вес пошел очень, знаете, кайфово, будем так говорить. Бивни давили, видите, там трицепсяки работают. Кстати, когда делается не полное движение, а вот такое, то внимание больше вот именно там на дожим, это на трицепс.
и чувствуется работа трицепса, как он напрягается, как он дожимает. Теперь сразу я ставлю 80 килограмм. Вот 80 килограмм уже ощущается не так, как хотелось бы. Итак, съем. 2, 3, 4, 5. Работа трицепса, видите? Эх, ё-моё. Напрягается. Кстати, лицо, видите, как покраснело. Прилив крови к лицу способствует тому, что идет омоложение кожи. Поэтому стоит мне выбриться, у меня на лице особо нет морщинок. И всем моим домочадцам так, ох, какая у тебя тут кожа на лице. Ну, они ж лежат, они жмут, как я. Это своеобразный массаж. Итак, еще раз, два, три, четыре, пять. Отлично. Отлично. Так, вот для того, чтобы, как я вам говорил, проснуться, чтобы заставить организм давить сильнее, я делаю специальное упражнение. Вот эти вот блины у меня по 35 килограмм. Итого 40 и 70, 2 по 35. Получается 110 килограмм. А вот это я делаю для того, чтобы надевать на штангу блины. Дело в том, что когда один такой 35-килограммовый блин на штанге, а ты идешь за другим, штангу перевешивает. И разок у меня было, что она с таким грохотом упала. Поэтому, чтобы этого не было, я вешаю вот такую вот гирьку. И потом, значит, надеваю блины. Так, здесь упражнение такое хитрое. Просто-напросто включить, знаете, вот включить вот этот вот жим. Включить вот это продавливание, чтобы ты почувствовал вот этот вес. Давил. Не то, что я там тренирую дожим. Нет, это вот как раз для того, чтобы проснулся. Проснулся, установились эти нервно-мышечные связи или нейронно-мышечные связи, то есть, чтобы все передавалось с головы, то есть, вообще-то, чтобы проснулось сознание. Здесь я еще прибавил 10 килограммчиков, итого у меня тут 120 килограммчиков я давлю. Вот. Верхний плечевой пояс работает вовсю. Итак, я добавляю здесь еще по 10 килограммчиков, этого 130 кг. И этого вполне достаточно для того, чтобы совсем мышцы поработали в ином режиме, в таком, знаете, вот более статическом, более сильным напряжением. И в то же время никаких не было разламывающих действий на сустав. Вот я пошел. Вот это хорошо, хорошо. Причем много не надо делать, а так вот. И после этого, как я, можно так сказать, проснулся, я снял блины. Поставил 85 килограммчиков. И сейчас попробую их подавить. То есть ощущения должны быть штанги более легкие, нежели вот я просто когда разминаюсь. Ага, снял легко и пошел. Раз, два, три, четыре, пять. Ну что, 5 нормально так со стороны. Хотя там казалось потяжелее. Думал вообще 90, но решил не горячиться. Ага, пробую, как суставы работают. Да, работают, интересно. То есть суставы работают, все, плечи.
В плечах какие-то, конечно, имеются такие вот неприятные вещи, но вот во время тренировки они особо не ощущаются. Второй подходик. И раз, два, три, четыре и пять. Но получше. Все, думаю, не горячится. Сбавляю вес. Оставляю 70 килограмм. И теперь вот 70 килограмм я буду делать с полной амплитудой. Ну-ка, дам краты. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть разков я пожал. Так, это второй подход на 70 килограммчиков. Я, значит, что? Почувствовал, что я теперь могу и делать полную амплитуду. Потому что полную амплитуду я не мог делать. Все болело, все разламывалось в плечевых суставах. Итак, 70 килограммчиков. Домкраты включились. Раз, два, три, четыре. 4, 5, дави, 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 давай, 6 давят, 7 давят и 8 давят. Ну, мог я еще раза два давануть, но вот именно жимовая тренировка накладывает нагрузку на сердце. Вот оно начинает, по крайней мере, я стал чувствовать сердце, что оно начало у меня побаливать именно после жимовой нагрузки. Поэтому я так стал уже делать не по 10, не по 12 раз, а где-то вот 6-8 так. Это упражнение для пресса, очень такое интересное, на блоке. Вес где-то килограмм, наверное, 45 примерно. Вот я так вот только пресс покачал на блочке. То есть здесь идет растяжение спины такое небольшое, и как-то пресс хорошо прорабатывается довольно-таки. Вот, есть. После этого я сразу же иду и делаю наклоны через козла. То есть я сейчас упражнение на спину сразу же. Какое-то мудреное название, гиперстензия какая-то. Я так и не выговорю толком. Вот такое вот упражнение через козла, спинку. Раньше я делал с гири, ну, когда занимался спортом. Обычно у меня гирка была 32 килограммчика. Потом этого стало мало, я там делал уже со штангой я уже не помню. Ну, вплоть до того, что человек, весящий килограмм, где-то 75 на меня садился, я и с ним делал. Спина была очень-очень такая сильная. Второй подход. Итак, я делаю три подхода на живот и спину. Вес идет мягко на моих блочках. Это хорошо. Вдох-выдох, вдох-выдох. 15 раз. Сразу же иду на наклоны через козлика. Спинку. И вот, если травмы какие-то были, то вот это упражнение прекрасно способствует именно залечиванию травм спины. Вот такое вот оно. Я стараюсь, видите, подниматься не столько там вверх, как вот нагнуться, чтобы как бы позвоночник растянулся и там сжался. То есть можно еще выше делать, но одно дело там тренироваться на результат, другое дело делать это упражнение в таком залечивающем режиме.
Так. Последний, по-моему, третий подходик мы. Ну давай, будь смелее, акробат. Потянул и пошел. И пошел, и пошел. Это пришел сын там спросить насчет календарей. Говорит, календари продаются за 2018-2019 год, а на 2020, мол, ты делал? Я говорю, нет. Почему нет? Потому что такие создало условия все эти вот издательства. Какие-то минимальные гроши платит там, что просто-напросто стало невыгодно делать. Я уже так подумал, вот это вот первый раз озвучу. Если наберется 1000 человек, я могу сделать этот календарь. Причем я могу сделать его в электронном виде. Стоимость его будет всего лишь навсего 100 рублей. Вот. И я могу его разослать желающим. Если такое есть. Как-то я об этом подумывал, но говорить не решался. Но тут вот такой случай. Если будет интересно кому-то, ну, для меня интерес — это вот 1000 человек, так сказать, сформировать тираж. И потом... Ага, вот. Я выключил музыку, потому что музыку я не могу ничего говорить, монетизировать. Ну, вот я такой вот, видите. После тренинга левая сторона... Это правая сторона, да? Правая сторона у меня так выглядит вроде побольше. Грудаки. Так, пресс, видите, пресс там что-то там. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч!